Еще около 2000 северодвинцев так и не увидели символ блинного праздника. Музыкально-огненное шоу на Театральном озере состоялось, но не в полной мере. Так называемое чучело в виде жар-птицы так и не полыхнуло огнем. Причину отмены праздника знает Ксения Кабанова. Правовая коллизия. Так организаторы сформулировали причину несостоявшегося праздника на Театральном озере. Накануне на фестиваль «Маслопати» пришли около 2000 северодвинцев. Для горожан организовали танцы, чай и огненное шоу. Однако гвоздя программы, зажжения жар-птицы, северодвинцы не дождались. Полицейские попросили покинуть лед. Мероприятие согласовано не было ни с администрацией города, ни со спецслужбами. Управление культуры отказало из-за несвоевременной подачи заявления. Им было предложено провести фестиваль на 100 человек, но желающих прибыло в 20 раз больше. Из-за нехватки парковочных мест оставляли свои автомобили даже на мосту. Однако в группе правила поведения на празднике были опубликованы. Одним из катализаторов стало массовое несоблюдение правил дорожного движения, когда люди парковали машину в неположенном месте. Вот. Вначале волонтеры пытались как-то людей вразумить, но это с трудом получилось. В связи с чего через полтора часа приехала полиция и запретила проведение данного мероприятия. Если бы это произошло раньше, то мероприятие не состоялось бы с самого начала, и люди бы не мерзли. В соответствии с правилами дорожного движения, остановка транспортного средства на мостах, эстакадах, путепроводах запрещена, если в данном направлении предусмотрено менее 3 полос для движения. В связи с нарушением правил остановки стоянки транспортных средств привлечено к административной ответственности 10 водителей. Эти нарушители заплатят штрафы от 500 до 2000 рублей. Организаторам придется раскошелиться на 5000 рублей за отсутствие разрешения. Сегодня конструкцию демонтировали. На ее создание потребовалось 2 недели и 40 тысяч рублей. Она состояла из негорючих материалов. Должны были сгореть определенные элементы, создавая оптическую иллюзию горения всего объекта. Сожжение птицы все-таки произошло, но его увидели не все. Уже после мероприятия неизвестный поджег символ масленицы и убежал. Ксения Кабанова, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.